Кирилл Берсин, который после небольшого перерыва возвращается на экраны с новым проектом, дал интервью турецкой прессе, рассказав о своих взаимоотношениях с бывшими возлюбленными. Мы также узнали о новом проекте звезды. Кирилл Берсин, которого турецкие папарацци заметили в районе Этилер, встретился со своим коллегой Мехметом Гюнсуром. Они поговорили несколько минут, после чего Кирилл дал небольшое интервью журналистам, в котором сообщил, что, конечно же, звонил своей бывшей возлюбленной Ханде Эрчель по поводу здоровья ее племянницы Мави. Но эта тема очень деликатная, поэтому с прессой он ее обсуждать не собирается. Отношения с Ханде у них хорошие. Также папарацци разузнали подробности его отношений с еще одной бывшей девушкой Ямур Танрысисин. Как признался Кирилл, Ямур уже долгие годы его друг. Может быть, в Турции к такому не привыкли, но люди могут дружить и после расставания. Дружба – это очень важно. Вот и Мехмет тоже его друг. Он увидел его случайно, поэтому вышел из машины, чтобы поздороваться. Актер не стал отвечать на вопросы прессы по поводу нового проекта. Однако известная журналистка Берсин Алтунташ сообщила, что Кирилл Берсин снимется в сериале одной из цифровых платформ «Лими», который готовит компания «Айяпым». Также в сериале снимется Эбрар Демирбелек, режиссер проекта Осман Каям. Мы будем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами и не забывайте подписаться на наш канал. Также вы можете следить за последними новостями турецкого шоу-бизнеса в нашей группе в Telegram, ссылку на которую я даю в описании под этим видео.